Там обработка нормально. А то... Пойдем. Это кто? Мам, с днем варенья. Днем рождения. Ну давай. Загадывай. Валя, ну снимай, как я буду сейчас жить. Снимаю. Ура! Ну теперь наш подарки папе. Давайте. Ну папе-то вот он. А мой надо сразу открыть и Саше. Это, а может ты торт поставишь папе пока? Нет, пока я возьму фотографию. Папа руки не умеет. Косметика. Конечно, а как же? Подмыть. Вкусняшка. О, а это да, мне. Как ты снимаешь? Еще нет. Все видно, отстань. Все. Вот этот нас двоих. А здесь это для телефона и опять же косметика для красоты. Ника, беги. Ника, беги, пока мама. Пока отжала. Вот Сонин. Сонин. Ту-ду-дун-дун-дун-дун-дун. А здесь тоже есть вкусняшки, косметики для кухни. Ну все. Мам, будет вам теперь пироги петь. А в компьютере все искать будет. Мы сейчас бабушку собираем на варенье. А от меня? Ты жалуешься, что ручек нет. На. Спасибо. Хорошо, подарок. Здесь будет намного. Так, теперь сфотографируйте меня, пожалуйста. Ты вечно? Ну меня-то никто не снимает, да? Да, Никусь? Хоть я вас поснимаю, да? Танцуем? Мы с тобой танцуем, да? Да, мы с тобой танцуем. Надо было штатив взять. Надо было взять штатив. А поставили бы и танцевали бы, да? Какой штатив? Ну, мой штатив. Нормально. А ты что, снимаешь? Мы самые нормальные татуировки в этом мире. Каким местом? Я тебе сейчас эти вот. Всеми. Да ладно, я на вас с любовью. Я тоже с любовью. Эй, куда упала? Так, вилочку дай сюда, вилочку. Ника, вилочку верни. Зачем с вилочкой побежала? Давай, вилочку. Зачем она тебе? Шла. А? Кукуся, что нашла? Что, шуршит, да? Шуршит? Угу. Вы таким не страдаете? Слава Богу. Я такого не видела. Я видел. Слушай, что там танцует это? Эй, колоночку заберите. Чего? Вам не хочется там общаться. А там что, кто больше написывает или как? Так, смотри, чтобы она не тронула. Да я смотрю, все. А там вот это, типа, раз, два. О, да. Она еще не прогрузилась. У нас интернет. Все и тут есть. Никусь, не надо руками лазить в салатик. Ничего хорошего, но... Чего? Баба сказал мне. Ника! Это я это... Баба, она не хочет идти. За спиной стоит. Не, у меня день рождения. Вот это будет, значит, у меня. Твой муж остался дома. Саша, ключи висят в домике.
Что, пойдет, не кушает? Давай, ты играй. Да, там маленький ключик. Губы обнимают мои губы. Ты смотришь на меня. Моя. Я своих подружек вновь встала из группы. Напилась и едешь на меня. Да-да-да-да. Твои губы обнимают мои губы. Говоришь, и будешь моя. Я таким проводят. На твой ком я на тебя. Но устанешь, но я шифурю для тебя. Я шифурю для тебя. Ё-моё, чего так много? Мне друзья сказали, это не твоя. Это не твоя. Саш, только вытащи немножко этот. В унитазе вот эту беленькую вытащи. Ну и все. Хорошо сидит. Уселся. Все, мы тут жить остаемся, Никусь, нравится, да? Сидеть на лавочке. Да, будем сидеть на крылечке, семечки грызть, как бабки старые. Нельзя, можно. Я ем шашлык, не мешайте мне. Аккуратно. На даче, дома, у моего дома, в мои 39, у меня свой дом. Я счастливая. Я его уже 2 года как поставила, так что... Но сейчас в нем можно практически жить. Но ночевать точно можно. Вот так вот шашлыки жарить. Ай! Вкусно! Кайф! Очень хорошо. Никулёк. Иди к маме танцевать. Маме. Давай будем танцевать. Нет, у нас проще. Ты без колориста все равно. Нет, я не делаю. Там есть шикар. Но ты закрыла. А что она хочет с ним делать? Давай, давай, снимай, снимай. Теперь. И не пущу на порог. Папа, давай. Папа, на клепку. Я забываюсь в пути. Мама, спаси меня. Я не вращу назад, но так хочу к нему. Ах, ты персик съела! Мама, меня поедет! Она мой персик съела! Хватит уже! Я у мамы сначала сказала, можно? Какой? Ну, надо было узнать сначала, почему она его съела. А не так руками размахивает. Я у мамы веселую! Ну, мама, да. Мне тоже засыла! Ну, веселую! Веселую! А там второй еще должен быть. Вкусное мясо! Вкусное мясо, мясо вкусное. Полин, Полина. Слушайте, хватит, а уже. А что, ты ее обиделся? Нафиг. Молодец!
Че это? А че ты спишь-то? А брата не на земле. Мы спали на перерыве, да? Ага, точно. Отдай! Папа, лови! Ой, ой, есть контакт. И только что кинули. Куда? Двигаться надо, Полина. А я поймал, кстати. Это дом поймал. Ника на голову почти поймала. Ну дайте ребенку кинуть, дайте. Кидай. Давай. Опа, молодец. А куда музыку-то делать? Скончалось. Интернет сдох. Интернет сдох. Ясно. Давай. Спасение нашей леталки. Давай, лезь. Еще и на камеру. Да ты, ну, блин, ну давай уже. Твое? Твое. Ну, лезь уже. Да куда ты? Он курит. Ну, затушивай, да, вот. Пьяные люди. Отойди, Полин. Ну да, говорил. Знаешь, пьяный день рождения. Нет. Я настолько не запрыгну. Лезь! Вот, да запрыгни. Да прыгнешь. Ну вот. Тогда вот где? Ну вот где не остро, вон там он. Да не то, что не остро, я им просто погнул и забор. Да не погнешь ты им ничего, ну ты за железки держись. Понимаешь, вон там прилезет. Где там? Там это, как он? Там как раз... Куда ты что, не перепрыгнешь, что ли? Вторую стремянку давай. Куда ты ее поставишь? Туда, куда. Подумаешь, бабушка будет стремянка. Ну, как бы, а вторая часть. Поставить, хочешь, с той стороны? Ну, конечно. Лезь уже! Нет, я просто... Знаешь, что тебе напоминает, когда мы с Алкой это самое встречались как-то? Дети взяли и в доме закрылись, а вот мы в дом и в дом войти не могли. Я была! Помню! И вот мы тоже так же, вот как две глупые, пытались в дом пробраться. А вот, блядь, сейчас два умных, типа, да? Тихо. Ну быстрее, у меня время кончается. Погоди. Писай, хватит снимать. Нет, я в лайк это выложу. Ну, как бы все, вот. И там вот наша летающая тарелочка. Тебе смешно, мне это не очень. Зато у меня веселый день. Вот за это вот с фигуриной мы лезли, потому что я ее туда запендюрила. Не, давай. Мы сейчас с тобой даже погуляемся. Ага. Не, давай другую стрелочку. Меняемся. Бартер. Наши соседи подъезжали. Что ты там делаешь? Вот, кстати, если бы они подъехали, было бы лучше. Да, они бы открыли бы к вороту. Папа бы вышел. Берите Нику. Нормальные. Мыть нормально. Как ты мне предлагал перелазить там? Где я ничего не предлагала? Как в детстве. Я это вообще не предлагал тебе. Чего, не надо, давай. Ремянку убирайтесь отсюда. Давай слезай, ты что, глупый что ли? Убирайся. Ты не паркурщик. Давай. Отходите. Ты уйди. Давайте. Я понимаю, мы сейчас тут трамп-пук свести будем. О, ес! Нормально, нет? Нормально, давай, доставай стремянку. Да, ты стремянка, чтоб мне это... По ноге не упала. Я тебе сказали, отойди, пожалуйста. Ну... А мы что, мы ничего, это мы так. За здоровье мамы. Надо. Блин. Наверное, дорого стоит. Вообще... Ни о чем. А, у себя, да. Татьяна у себя. Ух ты, тут сразу раз вход.
и два входа. Такая маленькая комнатушечка. Прикольно. Я бы так сказала, прикольно. Конечно, два маленьких помещения получается. Но это, наверное, будет комната, это типа прихожки. А вход на второй этаж, интересно, где у них будет? С этой, с веранды? Скорее всего, с веранды. Они будут на второй этаж лазить.